Казахстанский павильон «Нуралим» находится прямо в центре комплекса «Экспо». Это сфера диаметром 80 метров, высотой 100 метров. Объект является самым большим сферическим зданием в мире. Посетители выставки могут познакомиться с историей, культурой, традициями, самыми красивыми местами, а также с достижениями Казахстана на одном из этажей здания. В данный момент мы находимся на 8-м этаже сферы нашего павильона. Здесь инсталляция «Астана. Город будущего». Ну и, конечно же, здесь есть прекрасный мост, по которому пройтись решатся далеко не все. Космос, солнце, биомасса, ветер, вода и кинетика. На смотровую площадку здания, откуда открывается красивый вид на территорию всего Экспо, после выставки «Нуралим» должен превратиться в своеобразный инновационный хаб и в исследовательский, и культурный центр. Зарубежных гостей на время проведения Экспо Казахстан ввел безвизовый режим для 45 стран. Гуляя между павильонами, можно услышать восторженные возгласы на английском, спешащую компанию молодежи, громко зовущих друг друга на французском, ну и, конечно, русскую и казахскую речь. Дети тянут родители посмотреть вон тот необычный павильон. Мы только что вышли из павильона Англии, Великобритании. Прям так декор, да, декорация, что попадаешь, атмосферу сразу чувствуется, да. Также бывало, в Финляндии посетила, тоже понравилось. Ну, конечно, что везде затрагивается тема экологии, тема энергосбережения. Настолько все разное, настолько все оригинально. И, конечно же, я рада, что Казахстан у нас принимает столько, значит, государств. Здесь все так необычно, так прекрасно. Я специально приехала из Великобритании. Ваш город и Экспо поразили меня. Столица – самый современный мегаполис. А вот Экспо – это одно из чудес света. Выставочный комплекс «Астана-Экспо-2017» занимает 174 гектара и состоит из 35 объектов. Организаторы планируют, что выставку «Экспо-2017» посетят 2 миллиона человек. 85% из них – казахстанцы, 15% – граждане иностранных государств. Алимхан Дюсенгалиев, Ильдар Жунысканов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРАР, Астана.